Друзья, я продолжаю прогулку по зимней Анапе. Вот, например, такое дерево вижу интересное. И сейчас я двигаюсь по улице Тургенева в сторону набережной. А цель сегодняшней моей прогулки — это показать вам, так скажем, Анапский провал. Ну, что это такое, я объясню потом. Давайте сейчас немножко потерпим. Ну вот, друзья, я уже подхожу к набережной и замечу, что служба в храме закончилась в 10 часов, а сейчас 10:20. То есть вот от Южного рынка до набережной я дошел буквально за 20 минут таким хорошим спортивным шагом. Ну, можно сказать, мороз в Анапе жмет. Сегодня утром было минус 7 на градуснике. Ну, по ощущениям, ну, наверное, так оно и есть. В общем-то, вполне себя комфортно чувствую. И, конечно, радует снег. И небо голубеет. Ну а море, давайте посмотрим, какое сегодня море. Море, уже слышу шум его. Ну, на море. Море сегодня такого светлого, такого зеленого цвета. Белые пенные волны. Это набережная. Это набережная в сторону маяка. И там виден Тургеневский спуск. Вот его верхушка торчит. Вот эта лесенка ведет к Тургеневскому спуску. Ну а мы продолжаем свой путь по набережной. Нам сегодня интересно посмотреть на Анапский провал. Что это такое? Еще немножечко придется потерпеть. Ну вот уже показался маяк. А море шумит и бушует. Но мы не забываем, что справа от нас городское кладбище. И вот я сейчас увидел такой вот памятник. И что-то там написано. Похоже, каким-то повстанцам. И ждем солнца, появления солнца, но оно еще пока не появилось. Ага, есть первый лучик. И сразу так все немножечко приукрасилось. Волны сразу
посветлели. Вот старинный памятник какой-то. Можно потом будет рассмотреть и почитать, кто тут покоится. А вообще есть вот памятники, да, такие. Старые. Ну, вот я уже и у маяка. Даже такая поземочка метет. Зима. Отлично, просто метель. И я иду сквозь эту метель. Найти этот провал. Даже не видно ничего впереди. Даже похоже, что снегопад усиливается. И ветер тоже становится жестче, хлеще. Ветер там блока не отстает, и мороз, и буржуй на перекрестке воротник упрятал нос. А это новая набережная, белая, еще в снегу, но это просто сказочно, ребята. Все, затянуло небо, уже голубого вообще нету. А вот она, вот он пляж. И снова появилась полоска голубого неба. Снега стало меньше. Ну вот он, мы добрались до цели нашей сегодня экскурсии. Это вот и есть Анапский провал. То есть здесь в результате дождей поплыл,
поплыл тротуар туда, в сторону моря, в сторону высокого берега. Вот. И тут видно, нарушена его целостность. Сейчас тут ограждение стоит. Вот видно, что парапет растрескался. Ну, почему это произошло, как СМИ нам объясняют, что здесь раньше был овраг, и грунт насыпной. То есть здесь насыпали просто песок, и вот в результате продолжительных дождей, которые в Анапе шли в 2016 году, и дожди продолжаются и в 2017, вот таким образом как бы сместился грунт. Вот. Ну, как обещают городские власти, что здесь будет произведен работы по укреплению берега. То есть здесь будут установлены сваи, все будет укреплено, забетонировано. Плитка будет вот эта вот, ну, я не знаю насколько, но она будет убрана и будет положена новая плитка, и все будет в порядке. Я думаю, к началу сезона 2017 эти работы будут сделаны и закончены. Ну а мы сейчас еще раз посмотрим на море.